субботу в Самарской области ожидается облачная погода, дождь и гроза. Днем 23-25, выше 0, ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, дождь и гроза. Днем плюс 23 градуса, ночью 19, выше 0. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти облака, возможен дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, дождь, возможно, гроза. Днем плюс 23 градуса, ночью 18 с плюсом. Восточный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Температура воды в реке Волга 23 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.